второй был Насти. Это уже второй бой, который у нее был через минут 40, наверное, после первого. Не совсем восстановилась. Перед боем стояла, опять плакала. Ну, это у нас уже традиция. Плакать, я не хочу, я не могу. Я засыпаю, я уже не выстою. Ну, мы собрались, как обычно, да? Получила тренерский пендюль. Вышла в ринг и отработала на 110%. Второй бой даже отработала лучше, чем первый. Четко выполнила всю остановку. Установочка у нас была вообще элементарная. Фронт-кик и прямые. То, что она умеет, то, что она любит и знает. И в клинче переборола, конечно, молодец. Эта девочка в первом бою своем, она полностью выиграла клинч у соперницы. Колени набросала. С Настей так не проканала. Настя ее голову ломала и свои колени бросала. Конечно, по корпусу пропускала. И локтями пропускала, и в первом раунде отчитали нокдаун. Но по техническим причинам первый раунд не успел записаться, не смог. Но второй, третий есть. И отчитали нокдаун. Правда, непонятно за что, за локти сверху по ключице. Ну, и она отправила в нокдаун два раза за бой. Поэтому чистая победа, вообще никаких вопросов нету. Отработала молодчинка. Первое место заслуженное.